В одном далеком царстве, в недалеком государстве жил-был. А это не важно, кто там жил, и совсем не важно, как его звали. И сколько было ему лет. И как он выглядел. Важно, о чем он думал. А думал он много, и мысль свою нам завещал. Тело – это дом, а голова – это крыша. Если у человека не остается совсем ничего, у него всегда с собой тело и голова, то есть дом и крыша. Этот дом непостоянен, он изменяется вместе с человеком. Сначала растет, потом крепнет, но в конце концов дряхлеет. Чем старше человек, тем менее прочно держится в его доме крыша. Когда человек умирает, то и дом с крышей разваливается. Все разваливается, кроме... Самой ценной частью этого дома является чердак. В этом чердачке, как музей, хранятся разные мысли. Чердачок начинает заполняться мыслями с детства. И чем раньше этот процесс начнется, тем более полон будет чердачок старости. Иногда мысли хорошие, а иногда плохие. У разных людей чердачки разные. А вот дома часто очень похожи. Чтобы не заблудиться среди похожих домов, надо почаще заглядывать в разные чердачки и вытаскивать оттуда хорошие мысли. Мыслям не бывает конца. Бессмертны же только хорошие мысли. Другие погибают вместе с крышей. Берегите свои чердачки, не захламляйте их бессмыслицей. Помните, чердак – самая важная часть вашего дома.